Опять же, что такое гуманистическое общество? То, что описывается сейчас как бы на уровне социальных игр, да, на уровне третьего круга, наверное, это немножечко не то. Потому что гуманизм в тех реалиях, в которых мы с вами живем, это в большей степени, наверное, какой-то такая разыгрываемая удобно карта, да, которую хочу разыгрываю, хочу не разыгрываю. То есть это механизм. Но это не образ жизни, не мораль, не правила. Это не основа. Да, это возможно, к этому человечество, конечно же, стремится, но механизмы, которым оно внедряет, и самое главное, вот это вот фрагментарная политика, назовем это так, в хорошем смысле слова, в хорошем смысле слова политика, когда надо проявлять гуманизм, а когда не надо, кому надо, а кому не надо. То есть мир делится на своих и чужих, и понятие гуманизма здесь тоже, в общем-то, имеет отношение к своим и чужим.